Еще раз про понедельник хочу рассказать. В эзотерике это день Луны, а в христианстве это день небесной иерархии, девяти чинов ангельских, серафимов, херувимов, престолов, господ, начал, властей, архангелов и ангелов. Одно забыл. Вот. Поэтому и цвет белый, что день Луны, что день ангельской иерархии, небесной иерархии, цвет особый. Вот следующий 21 год, 22 год будет годом Луны в эзотерике или годом небесной иерархии. Так что будем снова болеть. Медицина будет на первом месте, всякие иные вирусы и проблемы с этим связаны. И нестабильность, как и стихия воды, во всем, что только есть. Экономика, политика. Так что ничего хорошего, стабильного в 2022 году нас всех, к сожалению, не ждет.